Увлекательный, интригующий, захватывающий проект топ-салона «Стель» подходит к своему логическому завершению. И мы с волнением отправляемся в гости к участникам нашего конкурса для того, чтобы посмотреть на те долгожданные изменения, которые произошли в салонах-финалистах. Итак, наше путешествие начинается с подмосковного Красногорска, где ведет свой бизнес яркая и неповторимая Виктория Клондук. Сделали красивый потолок с профессиональным освещением, который помогает мастерам в работе и гостям увидеть тот цвет, который они достигли в результате окрашивания. Установили климазон, которого нам очень не хватало. Ребята просили у меня 2 года, но я думаю, что они заслужили. Ну, вообще, вся зона ресепшн – это та зона, которую Ольга нам придумала и оформила. Это вот красивый торшер, стол вот этот вот, на котором Инна сейчас располагается, так удобно, комфортно. Мы убрали здесь стойку, которая отделяла гостей от администратора, и обосновали такой маленький уютный уголок, где администратор проводит свое время и выполняет свою работу. Теперь зона соединена в единую, и у нас есть возможность беспрепятственно, без эмоциональной преграды, которая до этого была, она и физическая была, и, соответственно, эмоциональная. Теперь ее нет, и теперь общение стало еще более живое. Непосредственно у нас в нейл-студии вот эти вот лампы, которые у нас сделали, как-то более по-домашнему стали, ажурное, красивое это все, и свет, соответственно, нам стало лучше. Ну что ж, как мы видим, участие в этом проекте принесло Виктории и ее салону очень важный опыт, новые мотивации и новые цели. В любом бизнесе необходимы какие-то изменения для того, чтобы двигаться вперед. Если ты не будешь делать ничего, то ты будешь непременно двигаться назад. Поэтому оценить результативность мы сможем, конечно, спустя какое-то время, глядя на наши цифры и показатели. Но то, что точно могу сказать сейчас, это сплотило нас однозначно, это сделало нас, каждого из нас, сильнее по отдельности и в целом. То есть мы прочувствовали себя действительно командой, которая вместе принимает участие в неком проекте, и это нас сближает, безусловно. Для нас это, конечно, случилось как в сказке, потому что так совпало, что во время ремонта нас не было, мы были на обучении. И то пространство, которое получилось, оно вообще полностью про нас.